Всем здорово, пацаны, девки, с вами я, Найтмер Вульф. Я уже, ой, как давно не снимал обычные видеоролики. Так, это нам не надо. Да, очень много шортов снимал я. Спасибо, кстати, за такую... за то, что вы так активно на меня подписываетесь. Надеюсь, этот видеоролик вам тоже понравится. Ну, мы погнали дальше. Кто-то меня укатает. А, это вот эти вот. И крайняя свинушка у нас 5 звезд. А 3 звезды, пацаны, прошу. Так. Что происходит? Давайте этого используем. Есть. Новый персонаж у нас. Так, сейчас я не буду ничего оценивать. Это эликсир динамит. Отлично, так, ну и удобство мне, конечно же. Я не помню, что делает эта птичка. Как туда добраться? Нельзя никак, видимо. Погнали тогда дальше. Так. Что у нас по рогаткам? Это кто? Это вот эти мини какой-то? О, как бумеранг. Мелко вот как. А 2 звезды прошли, ну, я думаю, неплохо. Я думаю, тогда это очень таки неплохо. На 2 звезды. Но это ж лучше. На самом деле я не очень понял смысл вот этих птичек. Они что, должны как бумеранг использовать? Кто знаток, конечно же, напишите мне. Блин, немножко не хватило. Ладно, ничего страшного. Вот тут.
смотрите, а вы куда? Опять новая птичка какая-то родненькая открылась. Что она интересно делает? Так, первый. Ох! Чего? Она предметы воздух. Новая птичка. Аж по идее так и свинюшку может. Давайте ради прикола в цветы. Они тоже бонусы. Хотя бы что-то. А 3 звезды, кстати, это неплохо, 3 звезды. Надо нажимать потом на птичку, чтобы она выпустила свои вот эти вот штучки. Давай. Она реально как бумеранг какой-то, смотрите. Чё мне когда в воздух стреляю только? Сдулся, все такое смешно. Очень смешно. Но вроде бы вам понравилась первая часть, поэтому я, кстати, еще подготавливаю фильм. Новенький, да. Давайте пока что поотвечаю на некоторые такие вопросы, которые у меня задают друзья и не только. На какой вопрос? Первый, давайте ответим, буду ли я продолжать фильм «Последний день». Пока что я не планирую, потому что он очень мало просмотров набирает. Возможно, в будущем когда-то буду опять снимать, но пока что на «Серебряной душе». И на «Я не скажу, с какой-то игры» и так далее, но будет... Называется «Кровавый эксперимент». Новый фильм. Я чувствую, большинство из вас понравится. Он это Майнкрафт. Ну да, в Майнкрафте будет снят. Так, а мы в это время... О! Это ж у меня такой на аватарке стоит. Мы в это время идем дальше. У меня, по-моему, способностей нету. Ну да, это просто вот это разрушитель. Терминатор какой-то, блин. Не, я такая, ничего не происходит. Кто не понял, как набирать вот эти звездочки, надо, короче, чем больше ты рушишь это здание свинюшек этих, увидите, я рушу, у меня он счет идет. Чем больше вы это рушите, тем больше звезд у вас будет. Thank you.
вроде бы еще какие-то. Если вы хотите, чтобы я на какие-то вопросы ответил в следующем видеоролике, вы мне их пишите. Я вам отвечу, возможно, на что-то на потом оставлю. Так, у меня был частый вопрос, сколько глав затянется серебряная душа. Ну, я пока что планирую их... Смотрю, это я сейчас буду, короче, заканчивать первую главу серебряной души. Сейчас, короче, там кое-какие неполадки случились. В Майнкрафте, что я не могу с Волкингом поиграть. Короче, разработки. Поэтому я думаю, пока что буду без Волкинга снимать, потому что у нас, короче, большие проблемы появились. Вот эта вот мне птичка белая нравится. Она может яйцом по голове дать. В прямом смысле этих слов. Бабах, все. Я думаю, надо чем-то еще закупиться. Что-то надо закупить. Так, я не знаю, давайте пока что проходить, пока нас само не выкинет главное меню. Вот это, а вот эти, да, то. Блин, не успел. Пончик надо забрать. Нет, надо сначала свинюшек. Это я лоханулся, конечно же. А на 3 уже прошел, блин. Жаль, нельзя у печку взять. Тут такой бах-бах-бах по экрану. Взять и такой по всему экрану таскать. А что, прикольно было бы. Так, нас выкинул. Турниры какие-то добавились. Какие-то турниры. Вообще ничего не трогаю, мне что-то предлагают и предлагают. Давайте для начала так. Я не хочу за рекламу ничего делать. Давайте первый шестой раунд. Я не знаю, турнир мне какой-то открылся. Это что за штучка такая, дрючка? 21 птичка. Пацаны, вы шо? Так никто. Я чувствую, есть, конечно же, люди, возможно, которые уже все это и сделали. А я думал, это, блин, я думал, это свинка. А, ну я один из этих людей стал. Одним из этих любичков. Я думаю, как эту птичку могу не использовать. Я больше не хочу ничего, ладно. Я думаю, на одну звезду нормально. Но я хочу все-таки вернуться в главное меню. Конечно же, это все хорошо, но я хочу дальше проходить вот это. Значит, цель поставлена — пройти игру. Эту компанию. Я чувствую, чем мы больше играем, тем больше оно будет открыто. Так. На самом деле, я знаю двух. Бомбануть и Ред, и всех птичек. Повыше надо взять. Он с таким звуком прикольным уходит, блин. Классно разрабы сделали. Идем еще. Так. Баной. Давай ты. Уничтожь всех пи.
Я думаю, этого нам хватит. Одной звезды тоже нормально хватит. Погнали в следующий раунд. Ну, что тут было за мне? Не. Вот козлята. Не тут. Давай. Ладно, не буду тратить больше этого здоровяка. Он нам еще в будущем чувство пригодится. Пока что не трогаем. Возможно, он даже ситуацию спасет. Рэд, как же я долго Рэда не видел. Вы не представляете. Рэд это самый... Да, подожди. Так надо вот этих сначала мочкануть, смотри. Вон он последний. Вот он в этой карте последний. Самый крайний. Давай, баба! Блин, надо было еще яблоки. Ну, я думаю, ну и нам тоже хватит. Давайте еще один раунд. Мне понравилось. Это очень крутая игра. Посмотрим, ли вам вторая часть понравится. Не, ну если вы, конечно же, про эту, про последний день, вы будете очень много писать, давай уже снимай последний день. Давай быстрее, мы уже хотим. То я, конечно же, буду снимать, пацаны и девки. Давай. Так, ждем. В этой игре надо ждать. Я сказал, надо ждать. Блин, на самом деле все больше и больше хочется в эту игру катать. Ну прям. Ну она прям затягивает, прям говорит. Ну давай, еще. Еще одну давай, и все, а потом так до бесконечности. О. Бах. Ничего себе. Бомбанула в бомбу. К бомбе. Я целый замок порушил. То что я за... Что мы за птички такие? Бомбаной! Твоя очередь! Бомбаной, потому что бомбит у него. Бук. Бук. Знаешь ли она так яйцо? Бук. Ладно, давайте еще одну. Еще, я не знаю. Ё-моё. Этот бук был хорошим, прям таким. Блин, я хотел попасть в этот. Я думаю, это глупо будет, я это сделал. Ты куда? Куда? Произошло. Так, мне какая-то нравится этот уровень. Ну, если нравится, то нравится. Сколько интересно было? Прям по голове. Чувак, по-моему, ему вообще плохо. Бомбаной врач идет. Говорит, вам будет очень хорошо теперь. Давай. Да давай ты уже. Ё-моё, бомбаный врач. Там свинья заболела. Что ж, подтормаживать. Я что-то сейчас эпическое должно произойти настолько, что ж подтормозил. Я же говорил, этот нам поможет. Я ж говорил, нам было еще и надо оставлять. И все прям по нему попало. Вот героем.
Запомнился. Так, нравится. Так, я думаю, уже шули вязать надо. Так. А там новые птички. А уже нету новых птичек, да? Мы всех этих открыли птиц. Ой, это у нас тут. Так, ну я не хочу ничего покупать. Особенно у свинюшек. Они плохие, ребята. Так, давайте в магазин. В магазине это что? Ага, ничего. А, это за игровые деньги можно еще покупать. Купить. Пакет усилений. Мы купили пакет усилений. Отлично. Турнир. Я думаю, на этом я буду вязать. Мы дошли до 38-го. 13-й этаж, 38-й уровень. У нас тут всего-то там, по-моему, где-то... А, нет, 36. Мы почти всю игру, считайте, прошли. На 13. Ну, как? Еще, конечно же, долгий путь предстоит, чтобы дойти до следующего уровня. Надо еще это 38-й подавить, чтобы до 39-го дойти. Два уровня осталось, но я думаю, сегодня я буду вязать. Возможно, скоро, возможно, нет. Но я вам обещаю, выйдет новый фильм. Буду продолжать последний день. Я, кстати, обновился версии 1.18. Ну, не помню, как 1.18. Еще там как-то. Скажу в фильме, если я не забуду, какая именно у меня версия. Ну, я думаю, заканчиваю я уже. Затянул немного. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Nightmare Wolf. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.